молодых коралловых отмелях мангровых заводей разыгрывается меньшая, но не менее важная битва. Многие рыбы-ласточки или стегастосы борются здесь за выживание. Но всем им нужна защита мангровых зарослей, пока они не подрастут, чтобы уйти в рифы. Это длиннопёрая рыба-ласточка-подросток. Когда она вырастет, ее длина будет всего около 12 сантиметров. Но, несмотря на размер, это один из самых агрессивных видов в этих мангровых яслях, считающийся агрессивным даже среди других стегастосов. Молодые кораллы в этих заводях – идеальное место для нитчатых водорослей. Растение, любимого этим фермером. Невероятно, но, как и люди и еще горстка существ на планете, четыре вида рыб-ласточек, включая длиннопёрых, способны культивировать посевы. Рыба-ласточка удаляет любые другие водоросли на своей территории, как садовник, пропалывающий сорняки. Когда другие рыбы подплывают слишком близко, маленький ревнивый фермер немедленно на них набрасывается. Больше всего он опасается рыб-попугаев и хирургов, которые тоже любят нитчатые водоросли. Отгонять грабителей от сада приходится круглые сутки. Этот подросток практикуется перед жизнью на рифе, где конкуренция будет еще более жесткой. Бдительность отнимает много бесценной энергии, но отработка фермерских навыков дает больше шансов прожить достаточно долго, чтобы оставить потомство, что уже достижение для этой питающейся водорослями рыбы в мангровых зарослях.